типа Ельцина, типа Путина, у них болезнь есть. Политический кессон, кессонная болезнь. Вот когда поднимается водолаз снизу, ему обязательно нужно какие-то остановки делать, чтобы кровь не закипала, да? Азот, чтобы не вспарывался, не вспучивался. Остановится, кровь сыграет, он еще дальше, дальше, дальше. И потом поднимается, и будет нормально. А когда он снизу резко поднимается, вот, у него кровь вскипает, и он погибает. А вот у политиков политической кессонной болезни, у них мозг вскипает. И им становится, им кажется, что они боги, что они все, им позволено, никакого контроля не должно быть над ними, ничего прочего, что хотят, то и делают.